Доброе утречко! Сегодня у нас... Один момент, я вас протру. Сегодня у нас 2 января. Офигенный день! На часах без 15:07 я уже как с 5 утра на ногах, понаведил тут порядок, собрал дрова, разжег костер опять и помылся. Это отдельное удовольствие, мыться при морозе. Кстати, да, у нас морозец, не помню, сказал или нет. Полностью в воду не лез, потому что не сумасшедший, но и с тамовскими салфеточками обтерся. Другая людина. Переоделся в теплые, простите, портки. Переоделся в новые носочки. Ой, прям другая людина. Сегодня у нас большой переход, надо пройти максимально много, поэтому выдвинуться, ну, по-хорошему, хотя бы где-то без 15:08. Ну, чтобы по свету, с первым заревом. А сейчас у нас завтрак. А на завтрак у нас... На. Я пристрастился к сублиматам в последнее время. Знаете, что офигенная штука? Офигенная. По-любому будет обзор, по-любому. А еще я вам в конце всего этого трипа расскажу, что именно из сублиматов я попробовал, какие мне понравились, какие я второй раз... Да нет, буду. Буду. Нет, ну, некоторые штуки мне не понравились, а некоторые штуки я прям, воу, домой такие еще возьму. Короче, все, пока, у меня завтрак. Что-то я на пятый день стал меньше проходить, чем на первый день. Странно? С чем это могло быть связано? Я здесь и заночую. В принципе, прекрасное место. Не потеряюсь точно, линейный ориентир есть. Завтра мне просто вверх. Очень-очень сильно вверх. И я, скорее всего, где-то здесь прячу рюкзак, чтобы ходить налегке. Потому что впереди у меня только радиалка. И возвращаться я могу, в принципе, через этот же маршрут. Мне нравится вот эта полежка. Я за него лягу. Вон туда. И у меня будет, ну, относительно антискатываемая поверхность. Может быть, даже здесь, а не там. Рюкзак прекрасно здесь повесился, ему уютно. Вода в близком доступе. Ко мне, в принципе, никто не подойдет. Я имею в виду из зверушек, потому что неудобный спуск для зверушек. Если бы я был зверушкой, я бы отходил немножко там снизу. Соответственно, у животного точно так же будет возможность меня заметить заранее. Или сверху, там есть много поваленных деревьев. В принципе, будучи зверушкой, я бы рассматривал вариант пойти по поваленным деревьям. Нигде здесь звериных троп, следов я не вижу. Итак, с патоньки я буду вот здесь. С одной стороны у меня полежка, с другой стороны у нас гора. Под низ я нарешал немножко валежника, благо его у нас в профиците. Просто поломал, как поломалось, пообрубал у него веточки, чтобы в попу не кололо. Сверху ложится гортексный чехол. Внутри него сейчас сама надувашечка подсасывает воздух. Вон она. И туда же пойдет зимний спальник. Никак изгаляться с дизайном и культурой я не буду. Вам повезло, что я пошел в выживальщики, а не в архитекторы. Потому что вы бы ходили по вот таким мостам. Ну и в целом все. Сейчас с варясенкой буду спать. Итак, пришло время показать вам, что это за сумка висит у меня на поясе. Это походная EDC, это же сумка для успокоения, это же сумка узбогоечка, это же нас, это же ремнабор. Эту сумку пошли ребята из компании Берлога, насколько я знаю, конкретно таких подсумков еще нет в продаже, но будем надеяться, в скором времени появится. Сюда я вставил стропу широкую, для того, чтобы можно было вешать
не широкую, длинную, для того, чтобы можно было вешать на пояс, для того, чтобы можно было ее вытягивать, вешать поверх куртки, через плечо, на рюкзак и как угодно. Я ее ношу всегда с собой, даже в лагере, когда я снимаю обвесы, она все равно висит на мне. Не столько из необходимости, сколько для выработки привычки, чтобы я всегда знал, где она. Итак, что у меня там внутри? Под номером один жизненно важная штука. Это туалетная бумага. Гигиена на самом деле это очень важная штука, и если приходится вытирать попу листьями, то настроение уже не к черту, плюс если начнется воспаление, то дальше идти уже не вариант. Приходится останавливаться, мыться, приводить себя в порядок и так далее. В экстремальной ситуации, ну, это может быть недопустимым. Запаяно это при помощи бытового вакуумизатора. На него будет отдельный обзор, это такая фишка из мира преперинга. Очень доволен, кстати. В таком состоянии туалетная бумага может храниться, ну, практически вечность, но, очевидно, она не боится воды. Идем дальше. Зажигалочка. Зажигалок много не бывает, они у меня растыканы по всем карманам, ну и здесь запасная. Зажигалка турбинная. И ей очень плохо на морозе. Кстати говоря, газовые зажигалки плохо себя чувствуют на морозе. Здесь здоровенная хисочка. Для того, чтобы маркировать себя, маркировать людей, маркировать сброшенный рюкзак, маркировать дорогу, маркировать что угодно. Также ее, в принципе, достаточно для того, чтобы идти в кромешной темноте. Например, где-нибудь в подземелье. Это провилка для ножа. Это железный брусочек с алмазным напылением. В принципе, для того, чтобы привести рабочий инструмент в порядок, этого достаточно. Понятное дело, наточить этого уйдет миллион лет, но править прям то, что надо. Цена ей, по-моему, порядка 30 гривен, не больше. Небольшой запас веревочки. Например, заменить порвавшиеся шнурки. Еще одна зажигалка, зажигалок много не бывает. И на зажигалке намотан тейп. Здесь у меня намотана изолента, кстати, пора обновить, заканчивается. Здесь у меня намотан тейп. Что вот это такое? Это текстильная светоотражающая лента. Ее можно привязать на людей, ее можно привязать на рюкзак, ее можно привязать на ветку и маркировать таким образом дорогу. Светоотражайку видно очень далеко. Наверное, я не знаю, что будет видно дальше, чем светоотражайку. Ну, если не считать сноп искр. Небольшая лента, не тяжелая. Но как заначка мне очень устраивает. Здесь. Я знаю, это очень глупо и не по-выживальчески, но это кофе и сахар. Иногда нужно самому себе поднять настроение и иметь заначки кофейный пакетик. Это прям тоже надо. Сахар не столько ради удовольствия, сколько для того, чтобы ночное зрение улучшить. Глюкозка улучшает ночное зрение. Здесь у меня еще две хисочки. Все те же задачи, просто размер поменьше. Вот здесь. Тут у меня целый пак мусорных пакетов плюс резиночка. Мусорные пакеты — это вообще мега универсальная штука. Они на 100 с чем-то литров. Не помню, сколько, ну, допустим, на 100. Начиная от... вынести мусор из леса, замотать в них ботинки, чтобы они не мокли, если нужен какой-то переход через какие-то гребеня. Импровизированный тент, импровизированная сумка, что угодно. Вообще, пакеты реально рабочая тема. Постоянно пользуемся, как ни странно. Что находится здесь? Здесь у меня набор на случай, если все пошло не так. Две загреваечки. Это химическое тепло. Открываете, на нее попадает воздух, и она разогревается... Вот написано до 65 градусов Цельсия, но это неправда, она градусов 40, может быть. Три штуки. Спасательная одеялка, это же мне и тент, это же емкость для сбора воды, это же случай, на случай, если я упаду в воду, мне нужно быстро себя согреть. Это же и тент от солнца, если вдруг солнце. Это скальпель. Зачем скальпель, если у тебя нож, а затем, что не все ножом разрежешь. И носить пластиковый одноразовый скальпель — очень полезная тема. Однажды мы делали операцию моим опинелем, я пожалел, что нет скальпеля. Что у меня туточки? Туточки у меня штуки для того, чтобы мыться. Это эстемовские салфетки. Это распечатанная эстемовская салфетка. Я сегодня, кстати, ими мылся. На улице мороз, естественно, я не полезу в реку. Просто потому, что я не сумасшедший. А вот обтираться вот такими штуками прям то, что надо. Ну и презервативы тоже, как расходник. Там воду набрать, сделать как жгут, сделать как чехольчик на телефон. Ну и всякие такие штуки.
Здесь всякие лекарства, средства для очистки воды, одна таблетка на литр. И кусочек мыла, заклеенный в тейп. Зачем мне мыло? Ну, кроме очевидных моментов. Если долго идешь, иногда бывает натирает в причинных местах. Чтобы если уже натерло, если уже там красно и болит, и ты не можешь идти, то меняешь белье, моешься с мылом. Это обычное детское мыло. Моешься с мылом, и все, уже через час-полтора уже можно продолжать движение. Мыло — это вообще чудодейственная штука. Еще в этой сумке со мной ездит ракетница. Сейчас есть опасность диких животных. Поскольку меня предупредили, глупо было бы не сделать выводы. И раз такое дело, ракетницу я переселил в карман. Вот она. Вообще, ее нельзя носить с накрученной ракетой. Ну, это нарушение техники безопасности. Но опять-таки, у меня есть здесь зона потенциальной встречи с животными, поэтому я ее перевел, ну, в такой режим... режим готовности, условно говоря. В случае, если я встречаю какое-то животное, мне ему нужно дать понять этому животному, что я здесь, я взвожу ракету, стреляю в сторону животного, животное пугается, и на этом наша встреча закончена. Как правило, ракетница у меня вот здесь ездит. И снаружи, в быстром доступе, у меня запас ракет для ракетницы. Ракеты разного цвета. Забавно, в основном красные остались. Ракеты разного цвета, они нужны для разных задач, и они дают разный сигнал. Очевидно, что красная ракета — это сигнал тревоги. Это значит, что срочно нужна помощь. Да, только красные остались. Зеленая ракета значит, что все хорошо. Иногда нужно подавать сигнал о том, что все хорошо. Желтая ракета означает, что все хорошо, но нужны припасы. Замечу, что иногда бывает такое, что... Ой, не то засыпал. А, нет, туда. Замечу, что иногда бывает такая ситуация, что нет красных ракет, а нужно подать сигнал бедствия. Для этого есть лайфхак, не лайфхак, ну как бы отклонение из правил. Отклонение из правил гласит, что любой троекратный сигнал, каким бы он ни был, каким бы он цветом ни был или как бы он ни выглядел, это сигнал бедствия. То есть даже три зеленые ракеты, это будет означать сигнал бедствия. Поэтому неплохо бы иметь в запасах. По-хорошему, нас это носимый аварийный запас, иногда его называют как неприкосновенный аварийный запас. Это штука, которой не пользуются на стандарте. Почему? Потому что вот я отсюда смотал изоленту, все, ее здесь нет. Это должна быть неприкосновенная штука, к которой не прикасаешься вообще ни при каких обстоятельствах. Но мне не очень нравится эта концепция. Почему? Потому что если я к ней не прикасаюсь, то это значит, что, ну, я не сработался с этой штукой. Например, если я не пользуюсь этой зажигалкой, то я не знаю, закончилась она, не закончилась, сломалась она, не сломалась, отсырела, не отсырела. И с другой стороны, если это у меня постоянно в использовании, значит, я знаю, в каком оно состоянии. Насколько это мудро, покажет время, но на данный момент моя тактика такая. И всегда очень полезно ложить все вещи на свои места. Почему? Потому что если будет вот такие расклады, то я должен смочь в темноте это все нащупать. Скоро луна взойдет по времени. Я, как уже сказал, эту сумку всегда ношу с собой. Здесь у меня еще ездит блокнотик. Он путевой дневник, и в нем же находится нитка-иголка. Но блокнотик я переселил в рюкзак. Как показала практика, там удобней. Там удобней. Я доволен этой сумочкой на самом деле. Не реклама, потому что их нет в продаже. Я доволен этой сумочкой. Я хочу взять еще как минимум одну такую же и сделать ее под аптечку, и чтобы они ездили рядом. И тогда я точно знаю, что одна у меня ремонтировать вещи, другая у меня ремонтировать людей. Нравится мне эта концепция с подсумками. Сисочки забыл. Нравится мне эта концепция с подсумками. Они довольно плотные, маленькие и управляемые. Тоже лишь анбоксингом занимаюсь. Итак, какая у нас политика по ботиночкам? Если я ставлю их снаружи, то они замерзнут. Они мокрые, и мало того, что с утра в них будет нереально лезть, потому что они деревянные, еще портится кожа. Что мы делаем? Мы берем чехольчик. Это компрессионный мешок от спальника.
мы его выворачиваем. Внутренняя часть, которая к спальнику, она теперь становится снаружи. И мы ботиночки кладем сюда. После этого по-хорошему положить их вместе с собой в спальничек и греть их своим горячим телом всю ночь. По-плохому, если мы хотим выспаться и чтобы они нам не мешали, есть другой вариант. Мы берем наши загреваечки, химтепло. Они будут греть на протяжении 6 часов. Но они должны на протяжении 10 минут греться. Мы их сейчас открываем на 10 минут, мы их греем, потом мы их бросаем сюда, вот туда, прямо аж в носики. Закрываем и кладем под нашу спальную систему. Таким образом, на протяжении 6 часов они будут в тепле. Я проснусь, и я засуну ноги в горячие ботинки. Сейчас 10 минут их надо греть, у нас без 10-7. Где их можно греть? Их можно положить за пазуху, их можно положить в носочки. Все, я их грею. Когда они включатся и начнут греть меня, я их вытащу, положу сюда. Их, кстати, тоже можно бросать в спальник перед тем, как залезть в него. Ну, разогреть, потом их бросить в спальник. И они прогреют спальник. Это если уж прям совсем холодно и мерзко, можно таким вот развлекаться. Очень важно позаботиться о ботинках с вечера. Потому что с утра будет очень-очень противно. Мне нужно вставать в 5 утра, это будет еще темно, и, скорее всего, будет еще больше мороз, чем сейчас. Вылазить из прогретого спальника, ой, как не захочется. Особенно в деревянные ботиночки, особенно если мне еще впереди идти и идти в них. Ну и это тоже касается шнурков. Вот этой всей системы лучше расшнуровать ее по максимуму. Чтобы с утра так цуньк-цуньк и пошел. Потому что, ну, банально... сходить по малочисленной физиологической нужде. Пока вот это вот размотаешь, бывает со злости, просто бежишь босиком, да и все. Мало того, что это неприятно, так это еще небезопасно. Можно наступить на какую-то ветку, можно наступить на какую-то лед и ушататься. Все, ботиночки ждут грелочки. А я буду потихоньку кублиться. Да, кстати, тоже к теме того, что лучше совать в спальник. Аккумулятор идет в спальник. Мобильный телефон идет в спальник, чтобы он точно в тепле был, иначе мороз высосет батарейку. И еще вместе с собой... Это мы выбросим. Еще вместе с собой я ложу газовый баллон. Опять-таки, если... Да, это зимний газ, все дела, но... Если зимой, если ночью ударят морозы, я бы хотел, чтобы у меня с утра была гарантированная возможность сделать себе чаечек. Поэтому он идет со мной в спальник. На армейских спальниках есть внутри, наверное, на гражданских есть, я не знаю. Есть вот такие штуки. Это специальная сеточка, куда можно что-то положить. Например, грелку. Или, например, туда можно засунуть баллон. И тогда я точно знаю, где он, и он не будет кататься у меня по спальнику. Сюда у меня пойдет аккумулятор и телефон. Небольшое дополнение. А еще я всегда с собой ложу ракетницу и газовый баллончик. Не только потому, что они должны быть под рукой на случай, если не пригодятся, а еще я всегда должен знать, где они. Да, это не огнестрельное оружие, но в каком-то смысле это оружие, и за него есть определенная ответственность. Я всегда должен знать, где оно и в каком оно состоянии. А еще в качестве дополнения у меня здесь фонарик Феникс. Он тоже тупо на всякий случай, если я в темноте начну где-то шебуршиться, если вдруг я внезапно проснусь и где я, а шо я, чтобы он у меня был под рукой. Налобник я спускаю на грудь, ну, он на лбу висит, я его спускаю вниз, и он у меня здесь вот на груди ездит. Иногда бывает во сне бесит, я его снимаю, и он в этом путешествует по спальнику. Иногда не снимаю, но хорошо, что он есть на груди.